раз за разом снова в бой, и друзья твои всегда с тобой. Это лига Watchcar, боли сделалось в твоих сердцах. Верь и действуй, Watchcar, вперед в победе, жми до конца. Мы друзья с тобой навсегда, пусть нам трудно иногда. Давай, вставай, мчат в победе. Пропавший Блювилл. Ну, смотрите. Правда удивительно? Послать меня по делу в разгар игры. Мы почти выиграли. Что, удивлены? О, что? Так, а сейчас я покажу вам волшебный ящик. Но сначала мне нужен Watchcar. Возьмите мой, возьмите! Так, возьму твой. Лучше развернем его. Вот. А теперь волшебство. Ну-ка. Абракадабра! Чудо! Ух ты! Я не верю своим глазам! Ух ты! Колоссально! Надо же! Итак, все! Делаю так, и все становится прежним. Кто еще? Могу повторить. Кто хочет? Я! Раз ты настаиваешь, проделаем это с твоим Watchcar'ом. Да! Ничего не легче. Что? Не бойся, давай попробуем. Не волнуйся, это же увлекательно. Так, но вас ждет еще большее волшебство. О, абракадабра, чудо! Ух ты, класс! Ну, теперь верните мой Watchcar. Так, вернись! Но как же так? Надо же! Совсем забыл, как это делается. Что? Что такое? Все, пока! Как же так? Блювилл! Где ты? Блювилл! Вор! Он украл моего Блювилла! Карта, если хочешь найти Блювилла, ступай туда. Значит, Блювилл здесь. Блювилл! Блювилл! Где ты, Блювилл? Эй, вы, воры! Верните мне Блювилла! Я не уйду, пока не вернете мне Блювилла! Верните! Верните мне Блювилла! С Блювиллом все в порядке. Можешь не волноваться. Здравствуй! Привет, я Лия. Ты знаешь, я всегда хотела с тобой познакомиться. Что? Почему со мной? Потому что я твоя давняя поклонница. В жизни ты даже лучше. Ну, я вообще-то ничего. Да, но я хотел узнать, где Блювилл? Блювилл в целости и сохранности.
Путешествие сюда было долгим. Может, сначала поешь? Это твои любимые блюда. Угощайся. Не знаю, с чего начать. Но где же Блю Уилл? Я не буду есть, пока не увижу Блю Уилла. Ты не будешь есть? Нет, ни за что и никогда. Может, один кусочек? Да, а Блю Уилла увидишь потом. Ну, поешь? Давай. Вкусно! Еще кусок. Ой, еще. Как же вкусно! Наелся. Ну, где же Блю Уилл? Да, но сперва я тебе кое-что покажу. Что покажешь? А? О! О! Это Бэй! Это же легендарный вотчкар, который побеждал в лиге столько раз! Я знала, что ты узнаешь. Если хочешь, он твой. Что? Правда? Знаешь, я хотела попросить тебя об одной услуге. О какой услуге? Речь идет о Блю Уилле. Можно мне оставить его на время? Видишь ли, моя сестра просто обожает Блю Уилла. Что? Исключено! Блю Уилл мой друг! Но ведь ты мог бы подружиться и с Бэем. Но это же не Блю Уилл. Не обязательно решать сейчас. Проведи время с Бэем и подумай. Бэй потрясающий. Все будут завидовать мне. Кай! 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 Это же легендарный Бэй! О, Бэй! Здесь Бэй, неужели? Это Бэй! Вот это да! Я не могу тягаться с ними. Кай просто с ума сойдет. Бэй, ну, давай дружить. Блю Уилл. Капсулы с энергией так и лежат. Но почему? Блю Уилл, подожди немного. Ты скоро увидишь Джину. Джина! 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 Мы нигде не можем найти Джина. Надеюсь, что с ним ничего не случилось. Не надо волноваться. С ним все в порядке. Лучше бы я его не посылала. Джина! С ним что-то случилось. Что? А в чем дело? А? Моя красавица-жена рыдает. Пропал Джина. Его нет со вчерашнего дня. Джина? Он пошел за вторым мастер-ключом. Все хорошо. Не плачь. Беспокоиться нечем. Значит,
Все это время ты знал, где Джина? О-хо-хо-хо-хо! Конечно, потому что мне позвонил доктор Юджин. Почему ты не сказал об этом мне? Но ты не спрашивала. Надо было спросить меня, и все было бы в порядке. Не пришлось бы его искать. Значит, не сказал, потому что я не спросила? Ну-ка, пойдем, поговорим немного. Давай поговорим здесь, прошу тебя! Замолчи! Ребята, спасибо за поддержку. А ты пойдешь со мной. Ну, показывай, что умеешь. Ну. Так, поднажми. Ух ты, просто здорово, колоссально. Блю Уилл? Бэй, а теперь прыжок! Блю Уилл! Не знаю, что со мной... Бэй, конечно, классный, но я не могу без Блю Уилла. Второй страж. Ну что, Джино, я надеюсь, ты подумал? Лия, прости. Но я не могу расстаться с Блю Уиллом. Что? Джино, подумай. Выбрав Бэя, ты осуществишь свою мечту. Ты, наконец, сможешь стать чемпионом. Стать чемпионом без Блю Уилла? Это бессмысленно. Что значит бессмысленно? Ведь это такая честь быть чемпионом. Если ты выберешь Бэя, он сделает все, чтобы помочь тебе стать чемпионом. Все это время я пытался стать чемпионом с Блю Уиллом. Нам было тяжело, но мы все преодолели, потому что были друзьями. И все же не надо спешить. Ты мог бы точно так же дружить с Бэем. Нет, не представляю себя чемпионом без Блю Уилла. Я буду чемпионом только с Блю Уиллом. Отдай мне мой вотчкар. Джино... Ты по-настоящему любишь Блю Уилла. Ты тронул меня. И значит, ты достоин мастер ключа любви. Что? Мастер ключа? Значит, ты... Блю Уилл! Блю Уилл! Я так скучал по тебе! Джино, я страж мастер ключа любви. И я проверяла, достоин ли ты этого ключа. Вот оно что, не знаю. И ты отдашь мне ключ? Нет, пока нет. Что? Ты сказала, что я его достоин? Я вижу, что вы с Блю Уиллом очень любите друг друга. Но теперь ты должен доказать мне и Бэю силу своей любви. А что доказать? Да, не знал, что Джина в таком интересном месте. Джино, мы здесь! Как вы нашли это место? Да, знал бы ты, как мы все волновались с тех пор, как ты исчез. Тебе следовало нас предупредить. Простите, но Блю Уилл внезапно исчез. Джино, ты молодец. Я рад, что ты прошел трудный тест. Надеюсь, ты не подкачаешь и впредь. Не волнуйся, я постараюсь.
никогда не видела такой красивый вочкар. Это же легендарный Бэй. Не знал, что увижу его. Надо же. О, изумительно! Потяни, что рядом с ним? О, Поти! Я пошутил. Ну да, Поти, ты лучше всех, Поти. Ты же знаешь это. Правда. Во что бы то ни стало, я получу мастер-ключ. Режим боя! Но это не так просто. Режим боя! Есть, все. Так, матч начинается. Ты победишь только если любовь сделает тебя и Блювилла единым целым. Бэй, атака! Бэй невероятно силен. Он может покончить с нами одним ударом. Уже удивлен? Это плохо. Да, но мы тоже не промах. Пушка, огонь! Если ты не поймешь, как истинная любовь может объединить вас, ты проиграешь. Аквалазер, огонь! До каких пор ты будешь убегать? Гидропушка, огонь! Блюуилл! О, нет! Блювилл попал в водную ловушку! Он столкнулся с этим впервые. Если Блювилл промедлит, это может плохо кончиться. Он может не выбраться. Нет, Блювилл сможет справиться и с этим! Твоя тщеславная уверенность в силе Блювилла мешает истинной любви! Тебе никогда не победить меня! Джина любит Блювилла. Она что, против этого? Вот и я говорю. Она просто сбивает его с толку. Нет. Слова «истинная любовь» имеют глубокий смысл. Джина должен разгадать его. Джино, поторопись. Блювиллу грозит еще большая беда. Гидроатака! Блювилл! Он должен выбраться! Синий ветер, пуск! Бесполезно. Что делать? Блювилл сейчас страдает. Ты ощущаешь его боль? Блювилл, я причиняю ему боль. Он страдает из-за меня. А что нам делать? Блювилл задыхается! Блювилл! Лучше бы больно было мне, а не тебе! Блювилл! Что? Почему я здесь? Мне трудно дышать. Я задыхаюсь. Я должен выбраться. Блювилл, ты терпел такую боль. Я говорил, что люблю тебя, но не понимал, что ты испытываешь. Блювилл, теперь я могу чувствовать твою боль, твою радость, твой гнев, твою грусть. Могу чувствовать все. Теперь я знаю, как стать с тобой единым целым.
Синий ветер. Максимум, пуск! Теперь мы едины в любви. Неужели? Блю Уилл, а теперь покажем силу нашей любви. Невероятно! Он выбрался из гидроканьона! Нет, это не все! Что ж, пора заканчивать! Синяя пушка, огонь! Все это бесполезно! Аквалазер, огонь! Синий ветер, максимум! Ну, синяя пушка, огонь! Это невозможно. Ладно, вот тебе истинная сила Бэя. Всегда пожалуйста. Монета силы! Волна Моби Дик! Дракон! Пуск! Победили в этом матче Джина и Блю Уилл! Победа! Победа! Блю Уилл! Да! Джино, молодец! Джино, поздравляю! Лия! Теперь ты заслужил этот ключ! О, ух ты! Остался только один мастер-ключ. Займемся им, Блю Уилл. Черный император. Лазер, огонь! Упрямый болван! Диск Фантом, огонь! Да, потрясающе! Кай полностью починил себе ход игры! О, Хамби! Фантом Блад! Огонь! Матч закончился! Черный император Кай безжалостно поверг Хамби! Победная серия Кая продолжается! Добрый день, друзья! До важнейшего матча боевой лиги бочкаров остается только неделя. Кай и Рой провели незабываемый матч в прошлом году и теперь встречаются снова. Еще один эпический матч. Все горят желанием узнать, как сложится предстоящий матч. Что это?
О, я вижу Роя. Давайте возьмем у него интервью. Скажите, пожалуйста. Что происходит? Они хотят поговорить с Роем. Это попадет в эфир. Что? В самом деле? Отойдите, пожалуйста. Меня покажут по телевизору. Рой, наконец состоится ваш повторный матч с Каем. Вы намерены выиграть? Мне нечего сказать. Извините. Ха-ха-ха! Ему есть что сказать. Дело в том, что он немного стеснительный. Я могу ответить за него. Что ж, тогда я спрошу вас, Джино. Соперник Роя в этом матче – неуязвимый император Кай. Рой сможет его победить? Ну, конечно. Рой победит Кая, и можете в этом не сомневаться. Да! Рой, конечно, победит! Он замечательный! Все, хватит вам! Что вы делаете? Кстати, скажите, а мы сейчас в эфире, а? Это тоже все видят? Мы с Роем неразлучные друзья. Это я помогаю Рою тренироваться. Рой говорит, что мои песни его подбадривают. Поскольку я тренирую Роя, он запросто победит Кая. Каю конец. Может, хотите послушать, что я пою для Роя? Пожалуйста. Помолчите оба. Я буду готовить Роя к этому матчу. Не ты, а я. А ну, уходите отсюда. Сейчас я буду петь! Да, это было потрясающе. О, поскольку это матч с Каем, все только об этом и говорят. В прошлом году матч между Роем и Каем был потрясающим. Рой, конечно, проиграл. Мог и выиграть, а ты проиграл по всем статьям. В следующем матче я выиграю у Кая. На этот раз я у него выиграю. У вас есть шанс с ним сразиться, а вот у меня уже нет. А, да. Ты встретился с Каем в квалифицированном матче. О, как вспомню, сразу бросает в дрожь. Поти, ну же, продержись еще немного! Ха, глупый. Куда тебе тягаться со мной? Фантом Лазер, огонь! А-а-а! Моего Поти уничтожат! Хватит! Хватит, ну! Что? Матч закончен! Адский луч! Огонь! А-а-а! Поти! Он был рисковат. А ведь матч уже закончился. Он хотел, чтобы Поти не мог стоять. Кай просто одержим победами. Кай такой злой. Рой, на этот раз ты должен показать ему. Понял? Конечно. На этот раз я выиграю. Я должен. Вот, молодец. Отлично, папа. Папа, я в классе самый лучший. Тебе дают частные уроки, естественно. Господин, гости собрались и ждут нас. Да-да, хорошо. Папа, теперь у меня есть друг. Его зовут Люк. Вот как? Я положил на твой счет еще денег. Папа,
Я говорю не о деньгах. На этот раз... Да. Что? Хорошо. Сейчас буду. Господин, вашему отцу только что позвонили. Боюсь, он не сможет быть с вами сегодня. Но он же обещал, у меня сегодня день рождения. Пусть придет сейчас же. Сожалею, но он прислал вам ко дню рождения вот этот подарок. Не надо! С чего он взял? Что мне это нужно? Но, господин, вы все-таки посмотрите. Этот watchcar сделан на заказ. Его зовут Блад. Он очень высокого качества. Мне не нужен подарок! Я хотел, чтобы папа был со мной в этот день. Я буду ждать папу! Бедный мальчик. Он не был бы так одинок, если бы была жива госпожа. Понятно. И ты одинок. Ну что ж, тогда давай дружить. Папа, я бы хотел участвовать в матчах вочкаров. Ты занят, но, может, ты сможешь научить меня? Ведь всех моих друзей тренирует только их папы. У меня нет времени, но я найму тренера. И постарайся быть лучшим, раз уж ты решил участвовать. Я знал, что ты так скажешь. Ты ведь всегда занят. Привет! Давно не общались. Я занял второе место! Говорят, что для новичка это очень хороший результат. О, правда? Вы молодец, господин. Папа обрадуется. Сейчас скажу ему. Папа, я тебе кое-что покажу. Представляешь, я занял второе место. А знаешь, кто стал первым? Сын Доджо, моего заклятого врага. Папа... Ты должен был выиграть. Проиграть такому позор. Папа, постой! Послушай, папа! Папа, неужели я тебя опозорил? Хорошо. Будет, как ты хочешь. Больше я никому не проиграю. Неважно, кто мой соперник, я должен выиграть. Должен. Да, Блад? Мастер вечного пламени. Итак, матч, которого вы так долго ждали, матч века! Встречаются Рой и Кай! Символ негасимого пламени! Watchcar с духом Феникса! Аван!
Режим боя. Легендарный, неуязвимый чемпион, бочкар императора Блад! Режим боя. В прошлом году в финале в равном поединке Рой уступил Каю. Но сегодня отстоит ли Рой свою честь? В любом случае нас ждет потрясающий матч! Кай, я отплачу тебе таким же унижением. Неудачники всегда проигрывают, а я всегда выигрываю. Только не сегодня. Сегодня ты впервые проиграешь. Это шанс атаковать. Стальная пушка, огонь! Ха, забавно уже сначала. Лазер Фантом, огонь! Микроракета, огонь! Ха, диск Фантом, огонь! Продолжай, Блад. Паук-фантом, огонь! Я знал, что ты это сделаешь. Турбопламя! Пуск! О, Блад! О, паук-фантом не в силах остановить пламя Авана! Ура! Рой задал ему жару! Это было здорово! Рой, молодец! Твоя атака была безупречной! О! Вероятно, Блад с его защитой действительно неуязвим! Да, Кая, нельзя недооценивать. Значит, у тебя было скрытое оружие. Ха, оно тебе больше не поможет. Атака, Блад! Нам нельзя уступать. Ну же, Аван, попробуем снова. Турбопламя, пуск! Аван! Как? Что произошло? Пушка Авана взорвалась? О, что случилось? Да, этого я и боялся. Я зря это сделал. Мак, мне нужно сильное, быстрое пламя. Для этого тебе придется изменить состав газа. Что? Это сделает газ неустойчивым. Пушка Авана может перегреться и взорваться. Знаю. Но это единственный способ победить Кая. Пожалуйста, Мак. Я должен был остановить его. Ха, твое тайное оружие уничтожено, Рой. Теперь жди мои атаки. Но у меня есть и другое оружие. Вот, микроракета. Огонь! Ты глупый. Или просто упрямый. Не знаешь, когда сдаваться? Что ж, придется тебя образумить. Получай!
Но почему бы не сдаться? Нет, игра еще не окончена. Какой ты громкий. Но я заставлю тебя замолчать. Получай! Лазер-фантом! Диск-фантом! Огонь! Аван! Сдавайся. Нет, мы не сдаемся. Ты пожалеешь. Лазер-фантом, огонь! Паук-фантом, огонь! Ну же, признай свое поражение. Ты достаточно продержался. Нет, Аван еще может биться. Аван, мы вместе до конца. Упрямый болван! Неужели ты так и будешь это повторять? Темная искра, огонь! Темное пламя, огонь! Что? Еще не все? Аван, игра еще не окончена. Покажем железную волю. Самый напряженный матч в истории боевой лиги. Аван трижды подвергся атаке и все же готов к бою. Аван, что же теперь будет? Что делать? Лучше уступить. Как ему удается так долго держаться? У Роя и Авана сильная воля. Отсюда такая стойкость. Что ж, придется разнести тебя на части. Вам все равно не устоять, несмотря на силу воли. Ха! О! Кай извлекает монету силы! Монета силы! Аван, пока мы не сдались, игра не окончена. Монета силы! Блад-фантом, огонь! Лети, птица огня! Закончено! Что? Почему он стоит? Вот так! Аван выдержал! Аван... Что ж, окончательное решение судей таково. Победил сегодня... Да, трое судей единодушны! И на этот раз победил Кай! Аван, ты молодец! Спасибо тебе. Аван! 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 Рой! 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 Аван! 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 Рой! Рой! Матч удался. Да! Впечатляющий матч!
Он сумел тронуть всех нас до глубины души! Рой, ты слышишь? Все приветствуют тебя! Ярость Шмидта. И это все? Слабовато. Атака, Блад! Это только начало. Атака! Превосходно! Теперь Блад не скоро придет в себя! Получилось. На этот раз победил я. А что? Нет, ведь сила была максимальной. С чего ты взял, что победил? Темное пламя! Просто невероятно! Нам никогда его не победить, нет! Как ты выдержал эту атаку? Разница между нами в том, что ты многого не умеешь. Конечно! Кай, выпей холодной водички. Нет, не хочу. Блад запачкался. Пожалуй, я почищу его, чтобы снова блестел. Как хочешь. Шмидт, больше тренируйся. С твоими навыками ты не справишься с Джина. Я просто ошибся. Давай еще раз. Бесполезно. У меня тебе все равно не выиграть. Тебе не хватает мастерства. Пока одни слова. Хватит смотреть на меня сверху вниз. Я все равно выиграю у Джина. Ты плохо меня знаешь! Скоро Тигр встретится в матче с Блювиллом. Тигр — овочкар в виде танка с мощной пушкой. Теперь вам нужно всего лишь передать это Шмидту. Нам предстоит увидеть нечто забавное. Такое, чего раньше еще не видели. Надо же, какая мощь! Нет, этого мало. Я нападу до матча. Потеряв Блювилла, Джино ничего не сделает. Так, готово. Смотрим. О, пушка Тигра — грозное оружие. Разве я не права? Пушка сильная. И Шмидта нельзя недооценивать. На вид смирный, но говорят, он хитрый и злой. Брось, Шмидт просто старается подражать Каю, и только. Шмидт изучает Кая, хочет узнать секрет его побед. Все не так просто. Да, он мало говорит, но кто знает, что он скрывает. Что бы он ни замышлял, скорость у него маловато. Возможно, Тигр движется медленно. Но скорость вращения пушки очень велика. Она стреляет быстро и метко, поэтому тебе нужно быть настороже. Не волнуйся. Блюилл ускользнет от любой пушки. Что бы ни придумал Шмидт, ему с нами не справиться. Атака желудка для меня куда страшнее. А я проголодался. Что ж, я решил пожелать удачи, Джина. Пицца за мой счет!
Правда? Ура! Пицца! 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 Вкусная пицца! Еще бы! Идут! Что ж, начнем. Ну что, огонь? Блюил! Они серьезно ранены! Кто? Кто посмел? Ну? Выходи! Кто это сделал? Покажись! Ты раскричался! Все, уходим. Поти, Поти, очнись, наконец! Им нужна помощь. Нам надо спешить. Бедному Поти досталось больше всего. Блю Уилл отделался легкой травмой. Но ведь Поти поправится. Ему, наверное, больно. К счастью, все не так серьезно. Я сделаю, что нужно, и все будет в порядке. Мару, Поти, что было бы с Блю Уиллом, если бы не вы? Спасибо вам. Брось! Мы же друзья. Хорошо, что Блю Уилл не очень пострадал перед игрой. Но... Кто напал на нас? Кто это сделал? Вот, я подобрал эту гильзу. Можно выяснить, кто за этим стоит? Что ж, это используется в бочкарах в виде танка. Тогда это, вероятно, тигр. Да, он охотился за Блю Уиллом. Шмидт и Брэкен способны на такую подлость. Шмидт, вот как. Ну, держись. Что они делают? Шмидт, это ты напал на нас. Я все знаю. О чем ты? Не лги нам. Поти серьезно ранен из-за тебя. Травма твоего вочкара не имеет ко мне отношения. Я ничего не делал. А как же ты объяснишь это? Такие пули использует тигр. Ох, ну а ты уверен, что их использует тигр? Ты это видел своими глазами? Наверное, сами виноваты. Обвиняйте во всем нас. Да, обвиняем вас. Кай знает, что вы вытворяете. Что? Интересно, при чем тут Кай? Если хочешь биться, нужно играть честно. Кай бы так точно никогда не поступил. Да, играй честно, молодец. Поэтому Кай разнес тебя в пух и прах, да? Что? Что ты сказал? Хочешь получить, да? Если ты так в себе уверен, давай прямо сейчас. Что? Ты напрашиваешься? Джина, успокойся. Здесь нельзя драться, нельзя. Ладно, я занимаюсь вочкарами. Учти, и я выиграю этот матч. Тебе придется заплатить за свои пакости. Наглое отродье. Жаль, я тебя не прикончил. Ты разберешься с ним завтра. У меня для тебя есть отличная информация. Есть люди, тайно продающие боевое оружие для вочкаров. Боевое оружие? О, это люди, которые дали тебе черный мастер-ключ? Нет, что ты, это другие. Впрочем, они очень похожи. Неважно. У них невероятно мощное оружие. И еще пушечные ядра. Пушечные ядра? Где я могу их купить? Предоставь это мне! Я организую вашу встречу. Ой!
Болван! Что с тобой? Ну, принесли? Конечно. Но сначала пароль. Колеса. Ваш отзыв? Ходят, пугают. Тупица! Ходят кругами. Что ж, пароль верный. А где оружие? Это пушечные ядра, а их мощность? В 4 раза мощнее, чем обычные. При попадании цель будет полностью уничтожена. Используй это. Да, прекрасно. Что ж, покупаю все. Очень разумно. Не пожалеете, уверяю вас. Дело сделано. Бежим. Бежим. Теперь уничтожить Блю Уилла легче легкого. Джейну, Блю Уилл, вам конец, друзья. Цель на поражение. Ну, Брэкен, смотри. Это боевое оружие? Высший класс! Оно в 4 раза сильнее, чем обычное. Что? В 4? Какой будет взрыв? Вот бы посмотреть! Ладно, огонь. И все? Что-то не так. А нет, идиот! Вот это да! Это даже мощнее, чем я ожидал. Действительно, в 4 раза сильнее. А это не опасно? Нет, именно так я и покончу с Джино. Меня чуть не задело. Почему в голове так горячо? Не посмотришь? Твоя голова. Что? Что с моей головой? Что это? Надо быть осторожнее. Когда вы слышите про этот вотчкар, ваше сердце бьется быстрее. Блю Уилл! Блю Уилл, режим боя. Готов? Мощная разрушительная сила! Вотчкар, снабженный пушкой! Тигр! Режим боя! Интересно, что это за пушка? Она может изменить ход матча. Но Джино тренировался, все хорошо. Ты удивишься, узнав, что это за пушка. Джино точно проиграет. Хм. Полагаться только на оружие глупо. Надо быть настороже. Давайте сравним участников вотчкаров.
Фантастическая скорость! Блю Уилл! Безупречные защиты и атака! Тигр! Нас ждет потрясающий матч! Что возьмет верх, скорость или сила? Итак, начинаем! На этот раз ты слова не успеешь сказать. Луч циклоп, огонь! Ха, нет уж. Пушка, огонь! И это атака. Получай, огонь! И еще огонь! Очень быстрая атака. Не только мощная, но и быстрая. Ты мышь, попавшая в ловушку. Пора пустить в ход оружие. Цель на поражение. Пуск! Плохо дело. Блю Уилл, осторожнее! Никакая скорость вам не поможет, потому что смертельный удар! О, какая мощная атака! Впервые за время существования стадиона стена арены оказалась пробитой! Это оружие Вочкара? Оно невероятно сильное. По делам, Джина. Тебе конец. Такая мощная сила. Это необычное оружие. Но это еще не все. Тебя пора прикончить. Жаль, не успел. Что ж, первый раунд позади. Перерыв спас Блю Уилла. Выдержит ли он второй раунд? О, это ужасно! Блю Уилл в таком состоянии! Да, кошмар! Еще один такой удар, и Блю Уиллу конец! Синяя пушка сломана. Это плохо. Мы не сможем уходить от ядер тигра. Ах, как быть? Что придумать? А, есть! Точно! Установим временное оружие. Да, знаю, может не получиться. Но это неплохая идея, поверь мне. Кай, я докажу, что ты ошибался. Начался второй раунд! Ракетная установка? Это же ничего ему не даст. Что ты задумал, Джино? Ха, бесполезная вещь. Победа, конечно, за мной. Тебе конец. Молния, огонь! Уходишь неплохо, но это ничего не меняет. Цель на поражение. Пуск! Понял? В этой пушке вся энергия, и в этом ее слабость. Блю Уилл, вперед! Прощай, Блю Уилл. Блю Уилл, давай! Ракета! Огонь!
попадание ракеты в ствол пушки Тигра! Это просто невероятно! Ага! Молодец! Атака Блювилла просто потрясающая! А, вот это да! Теперь я понял, Джина. Ты здорово все придумал. В сущности, ты сделал невозможное. О, нет! Ядро взорвалось в пушке! И все же успокаиваться пока рано. Джина, он опасный соперник. Меня атаковала собственная пушка, но это ничего не изменит. Я не могу проиграть! Так, теперь тебе конец. Монета силы! Ярость слона! Синий дракон! Он повержен! Нет, не может быть! Победители матча Джина и Блювилл! Есть! Я выиграл! Джина! После поражения Каю одна яркая победа за другой. Если так пойдет и дальше, он встретится с Каем еще раз в финале. Сколько захватывающего у нас впереди! Учти, Кай, я выиграю у тебя. Тебя ждет еще одно горькое поражение. До встречи, Джинно. Потерянная стрела Амура. Пиццы почти нет. Она ее проглатывает. Ари, не спеши так. Ты же подавишься. Теперь я понимаю, что она совсем не похожа на других девушек. Что это со мной? Сердце так бьется. Чудесно! Она вообще человек? Можно получить приз, если ответить на вопросы. Столица Греции? Это проще простого. Да, столица Греции – Спарта! О, нет, какой ты глупый! Я знаю ответ. Столица Греции – это... Это Рим! Там отличная пицца. Греция славится пиццей. Хочу еще вкусной пиццы. Что? Это ты, глупая? Ответ Спарта. Столица Греции – Спарта. Нет, Рим. Ты кого называешь глупой? К твоему сведению, это ты глупый. Какая красивая. Просто глаз не отвести. Ладно, спросим у других. Увидишь, все согласятся со мной. Ха, еще чего! Сейчас тебе станет стыдно, потому что я права. Понятно?
Рой, твое мнение, слушаю. Что? Я точно знаю. Наверное, ты права, мне так кажется, но я... И ты? Рой, что с тобой такое? Опомнись! Вот, специально нашел. Столица Греции – Афины. Ага! Да, не Спарта, а Антенна! Какой же ты неуч! Не Антенна, а Афины! Афины! Я просто спутала, и все. Я купил мороженое. Вот, берите. С чего это ты? Спасибо. Мороженое всегда очень кстати. И для Ари... О, самое большое. Ари, возьми вот. Это двойная порция. Такое мороженое я люблю больше всего. Прелесть. Рой, спасибо. А почему мне маленькое мороженое, а Ари большое? Нет, тут явно что-то не так. Рой, ты влюбился? С чего это ты взял? О чем ты говоришь вообще? Что? Кому нужна Ари? Она ест за троих, то и дело визжит, любит махать кулаками. Кому такая может нравиться? Я люблю махать кулаками, может тебе врезать? Эй, успокойся. Влюбляются без причины. Да, она мне вовсе не нравится. Рой, в чем дело? Не нравлюсь и ладно, зачем злиться-то? Это что, ссора влюбленных? Рой, я люблю тебя. Я же сказал, вы что, не слышали? Подумаешь, я тоже обижена, и он мне не нравится. А? Рой, привет! О, это Ари. Я тренировался, теперь иду домой. Понятно. Хорошо, что мы встретились. А мы вот гуляем. А, моя подруга Хани. А? Хани, это Рой. Поздоровайся. Хани, очень приятно. Что ж, я пойду. До свидания! Рассказывай, значит, это твой друг? Это же просто потрясающе! Да, мы с ним дружим с детства. Колоссально! Ари, ты познакомь меня с ним поближе. О, познакомить поближе? Ну да, я поклонница Роя. Сделай это для меня, пожалуйста. Ну, прошу тебя. Хорошо, я это сделаю. Рой, что у тебя завтра? Открывается тематический парк Вочкаров. Может, пойдем, а? Тематический парк? Не понимаю, как это? Да, точно. Это парк аттракционов. Там можно поиграть с Вочкарами. Ух ты, здорово! А почему бы нам не пойти туда всем вместе? Нет, на этот раз пойдем только мы с Роем. Что? Только мы? Но почему? Что ты сказала? Вы пойдете вдвоем? У вас что, свидание? Свидание! У Рой и Ари свидание, только и всего. Прекратите! Рой, пошли! Почему я? Я не хочу. Перестань! Там весело! Рой, ну пойдем! Рой, пожалуйста, пойдем! Ладно, так и быть, пойду. Ты меня просто замучила. Эй, мы идем! Вот так!
Рой, мне так хорошо. Спасибо. Я нервничаю. Успокойся, ну же. Рой! Давно ждешь? Извини, мы опоздали. Немного. Да, случайно встретилась с Хани. Ты с ней знаком, да? Привет, как ты? Рада снова видеть. Я тоже. Захотелось сюда прийти. Пошли посмотрим. Хани не из робких, довольно прыткая девушка. Я живу неподалеку, а ты где живешь? Я тоже рядом. Да неужели? Ты часто бываешь в парке? Ага. Боже, какое совпадение! Я тоже! Мы с тобой не могли не встретиться. Подходите! Чудесное времяпрепровождение! Подходите! Да, открывается тематический парк. Это замечательное событие. Ваш вочкар может покататься в этой роскошной карете. Ой, как здорово. Может, попробуем? Я не хочу. Брось, пошли. Авана понравится. Просим, просим. Для пар особый сервис. Да. Ковер любви. Чудесно. Рой, пойдем. Вот так. Как здорово. Сона, и ты тоже. Ари, сфотографируй нас, пожалуйста. Да, конечно, с удовольствием. Рой, стой спокойно. Так. Я не люблю фотографироваться. Перестань. Почему не сфотографироваться? Давай сложим пальцами сердечко. Тогда мы будем как пара. Хватит! Рой, что случилось? Все, я ухожу. Рой, а в чем дело? Почему ты так себя ведешь? Я не люблю быть дураком. А, дураком? Почему дураком? Зачем такое говорить? Прости. Наверное, я чем-то обидела Роя. Не надо извиняться. Она просто хотела с тобой сфотографироваться. Что в этом такого? Я никогда не любил подобные вещи. И хватит обнимать меня. Разве я тебя обнимала? Хани! Зачем ты взяла ее с собой? Просто ты ей нравишься. Не понимаю, почему тебя это злит. Помолчи. Ты всегда делаешь, что хочешь. Зачем я пошла сюда с тобой? Я пошел из-за тебя. Что? Атака на парк. Что? Что? В чем дело? Попались на такую уловку. Вы просто глупцы. Теперь вочкары в этой карете принадлежат нам. Кто вы и почему вы это делаете? Кто мы? Раз вы спросили, мы объясним. Мы тени в кромешной тьме. Тори и Кури. Черные тени. Спасибо за все эти вочкары. Тори, а как же я? Стой, подожди меня! Ари, сюда! А?
голова. О, Рой. Ари. Сейчас не до этого. Мы должны спешить. Сона! Ари! Нет! Стой! Просто великолепно! Тори! Подожди! Не оставляй меня! Почему этот глупец не здесь? Быстрее! У Роя и Ари свидание. Я не могу пропустить такое. О? Что происходит? Так, верните наши Вучкары! Немедленно! Они нас догоняют! Глупец! Быстрее! Но это же Аван и Сона! Что-то явно произошло! Их нужно спасти! Ракета! Огонь! Что это? Сона! Сона! Я боялась, что потеряла тебя навсегда. Как вы? Все в порядке? Вроде да. Спасибо. Но почему вы здесь? Мы хотели посмотреть. Мы узнали, что появились монстр-кары, и поэтому мы... Это отродье! Опять сорвали наш план! Ненавижу тех, кто нам мешает! Я проучу вас! Сюда, монстр-кар! О, вот это да! Такого монстр-кара я еще не видел! Наверняка он и намного сильнее. Осторожно! До сих пор вам здорово везло, но теперь все! Этот монстр-кар известен невероятной мощью и потрясающей скоростью! Так что не вам, малышня, с ним тягаться! Понятно! Ха-ха! Что-то вы расхвастались! Меньше слов, больше дела! Ах ты, чертов наглец! Сейчас я научу тебя манерам! Я вам покажу! Ракеты, огонь! Ракеты против ракет! Ракеты, огонь! Так, наш черед! Пушка, огонь! Это в придачу. Стальная пушка, огонь! А, ничего не вышло. Как же быть? Как быть? Мы возьмем его в кольцо. Все вместе. Да! Покажем им, что с нами шутки плохи! Хм, думаете, это вам поможет? Копья! Огонь! Внимание! Общая атака! Атака! Он неуязвим! Все атаки бестолку!
Теперь мы покажем нашу скорость! Бустер, пуск! Как же быть? Он слишком быстрый. Теперь вы увидите, что можно сделать с вашими вочкарами. Я покажу вам, как выглядит ад. Огненные кольца! Внимание! В сторону! Что это? Эти кольца как живые. Это невероятно. От них не уйти. И еще раз. Огненные кольца! О нет! Они расплавятся! Контратаковать мы не сможем. Если бы потушить огонь... Что ж, попробую сделать это с помощью лебедя. Да, давай, Рой, Мару и я будем атаковать монстра Кара. За вашу наглость вы заслужили это. Атакуем, ну? Получайте огненные суперкольца! Сона, пора! Монета! Силы! Огненное суперкольцо! Огонь! Они потушили огонь! Да! Теперь всеми силами контратакуем! Ракетный удар! Синяя пушка! Огонь! Нет уж! Ничего у вас не выйдет! Сейчас вы увидите такое адское пламя! Я покажу вам, что такое пламя. Монета силы! Птица огня! Адское пламя огонь! Какое сильное пламя! Здорово! Что ты несешь? Не думайте, что это все! Мы вернемся с еще более сильными монстр-карами! Нет, Тори, подожди меня! Ура! Есть! Да, мы победили! Эй, что это вы? Пошли! Что? Не удалось? Нам почти удалось, но снова явились эти. Эти! Все равно. Вочкары окажутся у меня. Я заполучу их. Рано или поздно. Любыми средствами.
Ари. О, что это? Любовь на удачу. Может попробовать? Так. Вы в сезоне любви. Сегодня вам суждено встретить своего принца. Нет. Ух ты, уже храпит. Вот. Через 45 секунд он заснул с книгой в руках. Это меньше минуты. С тебя мороженое, Мару. Да, не мог дотянуть до минуты. Книги для Джина как снотворное. Да, вылитые принцы. Вот кто меня окружает. Если верить этому, у меня должно быть по меньшей мере 100 дружков. А, когда же придет весна? А, еще прохладно. Пси! Пси! Платок! Мой платок! Подожди! Это ваш платок. Нельзя терять такие важные вещи. Ваш запах может привлечь других. Самый красивый мастер Вочкаров Ганс. В жизни он еще лучше. Прям мой тип. Возьмете его? Спасибо. Может, хотите содовый? Я угощаю. Я видела много игр с вашим участием. Вообще-то, мои друзья тоже известные игроки. Друзья? Кто? Вы, наверное, знаете их. Джино и Рой. Да. Конечно. Джино и Рой – прекрасные игроки. Оказывается, у нас с вами много общего. Мы оба связаны с боевой лигой Вочкаров. Мы оба наделены неотразимым обаянием. Может, нам суждено быть вместе? Нам суждено быть вместе? Я не хочу потерять тебя. Отныне будь моей. Твоей? Уж очень как-то быстро. Мы только познакомились. Невероятно! Такой красавец увлекся мной! Ари, любовь с первого взгляда – это судьба. Ты станешь моей. Конечно. Джина, скоро твой следующий матч. Ребята, привет. О, это же Ганс. А почему он... Как почему? Он же соперник Джина. Красивый, удачливый. Девушки от него без ума. Надо же! Но он мой парень. Кто-кто? Ты что, встречаешься с Гансом? Прости, Джину, но на этот раз, к сожалению, я не смогу болеть за тебя. Нельзя влюбляться только из-за внешности. Ты хоть знаешь, что он за человек, а? Что с ним? Тебе-то что? Алло? Ганс! Прости. О, Ари, пицца не нравится. Ты так ешь. Прости, я вообще мало ем. Я такая... Да, ты красивая, даже когда ешь. Ганс... Я не могу есть, когда на меня смотрят. Ой, ужасно хочется есть. Ари, извини, я на секунду. О, да, хорошо.
А, да, Ари. О! Что? Ари, ты очень милая, когда ешь. Ари, дай мне руку. А руку? А зачем? О, какое кольцо! Красивое! Знаешь, это семейное кольцо. О. И я дарю его тебе. Да, мне? Да, только ты его достойна. Пожалуйста, прими его. О, Ганс, я сейчас заплачу. Потрясающе! Да, еще бы. Его Ганс подарил. Это семейное кольцо переходит от поколения к поколению. Да я не о кольце. Я о чипе, который сделал Мак. Это чип специально для Блюуилла. Он реагирует на движение противника. Гарантия точного попадания. Ух ты, точное попадание, здорово! О, ты же знаешь, какой я талантливый. Все будет отлично. Значит, чип. Я вам обещаю. Ребята, привет! К нам пришел Ганс. Познакомься, это Мару, Джино, Рой, ты их знаешь. Привет, очень приятно. Да, и нам приятно, очень. Ганс, присаживайся. Может, хочешь пить? Я бы выпил холодного сока. Конечно, хорошо, я сейчас принесу. Ганс, вот твой сок. Спасибо. Вкуснее сока не пробовал, потому что ты его принесла. Ари? Ну? Попробуй. Вкусно. Ганс, ты тоже попробуй. Спасибо. Не могу это видеть. Вкусно. Как все, что дает мне Ари. Но не смущай меня. Ари, что с тобой? Не пугай меня. Ари, тебя просто не узнать. Вот что делает любовь. Обжора съедает маленькое печенье. Что? Что случилось? Ничего. Может, хочешь еще чего-нибудь? Нет, больше ничего. Прости, я на секунду. Конечно, хорошо. Ганс сказал, что у него срочное дело. Может, что-нибудь случилось? Неважно. Так, сейчас проверим чип. Блюуилл, ко мне. Отлично, теперь вставим чип. Блюуилл, что с тобой? Нет, это не тот чип, который я сделал. Что? В этом чипе опасный вирус. Именно в нем причина неисправности электрической схемы Блюуилла. Значит, кто-то нарочно подменил чип? Странно. Кому-то удалось сделать это здесь, у нас. О, секунду.
Вчера я видел в коридоре парня, которого зовут Ганс. Что? Как это понимать? Я не хочу никого подозревать. Это он. Кто, кроме Ганса, мог такое сделать? Нет! Зачем ему это делать? Но он странно вел себя, потом вдруг ушел. Нет, этого не может быть! Он просто использовал тебя, Ари. Он дал мне это кольцо. Он не просто так это сделал. Что это такое? Это жучок! Что? Жучок? То есть он все это время подслушивал? Что? Жучок? Значит, с самого начала... Все это было враньем. Вот негодяй. Все возвращается на круги своя. Вот, возьми. Все еще переживаешь из-за Ганса? Я плачу не из-за Ганса. Просто чувствую свою вину. Блювилл пострадал из-за меня. Это ужасно. Но ты не виновата. Все дело в том, что тебя обманул Ганс. Не плачь. Мне очень плохо, когда ты плачешь. Джина, в конце концов мы опоздаем на игру. Мак, ты еще не закончил свой чип? Нет еще. И контрольная цепь пока не восстановлена. К сожалению, может возникнуть проблема. Было бы хорошо ее решить, но нет времени. Ребята, ступайте. Я привезу чип, когда Мак его закончит. Не волнуйтесь. Спасибо, Ари. Итак, соперники! Самый сильный вотчкар на сегодня – Блювилл! Мастер прыжка! Вотчкар, парящий в небе, как орел! Виктор! Ненавижу Джина, но Ганса ненавижу еще больше! Но Ганс сильный игрок. Игра будет захватывающая. Ты беспринципный негодяй и прохвост. Я проучу тебя! Ха, ты так наивен. Готовься, я тебя взгрею. Итак, пусть игра начнется! Что ж, приступим. Лазер атаки. Огонь! Нет, в чем дело? Уходя от атаки, Блювилл потерял равновесие. С самого начала что-то не так. Мак предупреждал. Нам нужно потянуть время, атакуя. Блювилл, атака, вперед! Это не так просто. Орел! Да, наш черед. Ракета, огонь! О, чтоб
происходит? Куда девались быстрота и маневренность Блю Уилла? Пока им остается просто держаться и терпеть. Скоро лимит будет исчерпан. Ну же, пожалуйста. Все, наконец-то! Большое спасибо, Мак! Так, быстрее! Ага. Эти чертовы машины! А, это Хани. Мак, у меня идея. Хани! Хани, дай мне велосипед. У меня проблема, понимаешь? Я потом тебе все объясню. О, хорошо. Джино, Блю Уилл, держитесь! Блю Уилл, нужно держаться! Я не могу на это смотреть. Без чипа они вряд ли выиграют. Мой мяч! Закончен. Этот перерыв спасения для Блю Уилла. Он едва держится. Ситуация скверная. Блю Уилл, чип вряд ли скоро доставят. Джино! Джино! Джино, прости, я опоздала. Вот чип. Давай, покажи этому Гансу. Отлично. Не волнуйся, я не подведу. Ганс, тебе конец! Готовься! О, Ари, откуда она взялась? Они все же решили проблему вируса? Ну что, Блю Уилл, пора контратаковать! Снова прежний Блю Уилл! Быстрый и неудержимый! А, что? Неужели? Ганс, твой вирус тебе не поможет! А еще надеешься? Вперед! Нет. Молодец. Синий луч – огонь! Синяя пушка – огонь! Не может быть! Как это не может быть? С такими подлыми уловками тебе не победить. Монета силы! Виктор, теперь действуй. Что? Трус! Молодец. Теперь пора.
Монета силы! Дух орла! Блюил, а теперь на монету! Дракон, пуск! Победа! Атака дракона, и Виктор повержен! Повержен! Неужели я проиграл? Ох. Да, победили в этом матче Джино и Блю Уилл! Да! Ари? Проиграть матч – это одно. А теперь мое наказание. Но постой, выслушай меня. Выслушать тебя? Дурачил меня! Да, он не знал, с кем связался. Сори, шутки плохи. Он это заслужил. Прекрасно. Рой, спасибо. Ты помог мне потренироваться. Пожалуйста. Мы же с тобой друзья. Рой, ты прелесть. Убери руки, пожалуйста. Ари, ну ты... Цезарь Темной Лиги. Матч Темной Лиги вот-вот начнется! Прошу вас, делайте ставки! Извините, позвольте пройти. Это Темная Лига. Что здесь творится? Именно здесь страж-мастер ключа. Весьма странно. Несравненная сила! Восходящая звезда! Человек в маске! Ты? Наступил день, когда мы подчиним себе Темную Лигу. Он здесь, Аарон! Мощь близкая к совершенству! Цезарь Темной Лиги! Аарон! 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 Ты мой соперник? Я закончу матч через 30 секунд! 30 секунд? Я не проиграю. Победителем в этом матче буду я! Получай! Ха! Думаешь взять меня этим? Тебе конец! Ах!
Вот ты как! Супербур, пуск! Теперь понял! Тебя хватит на секунду! Ну, я тебе покажу. Огненный вихрь! Мой супербурчик сломан! Как же так? Надо же! Как он быстро это сделал! А теперь я тебя прикончу, разнесу на кусочки! Ракеты, огонь! Таковы правила. Один из них должен быть полностью уничтожен. Теперь узнал мою силу! Кончай с ним! Удар в лоб! Победитель матча – Аарон! Я так рассчитывал победить! Аарон так силен! Вот же бестолочь! Опять неудача! Ну ладно. Стой! Подожди меня! Постойте, подождите. Что? Что тебе нужно? Скажите, вы страж-мастер ключа? Я пришел за мастер-ключом. Что? Откуда ты знаешь про мастер-ключ? Ну, просто мастер-ключ сделан для Блю Уилла. Блю Уилла? Ха! Этот жалкий Вочкар и есть Блю Уилл? У меня нет времени на шутки, понял? Но я говорю правду. Мне нужен мастер-ключ. Сыграйте со мной. С тобой? Хватит валять дурака. А почему вы не хотите играть? Может, вы боитесь? Грубиян. А ну убирайтесь отсюда! Стойте! Не смей их пугать. Сейчас же прекрати. Что? Ты кто такой? Сейчас узнаешь. Неужели? Получай! Давно не виделись. Удивлены? Сказать по правде, мы старые друзья. Не может быть. У тебя что, есть такой друг? Грубоват, но славный малый. Когда я занимался боевыми искусствами, только он меня побил. О, вот это да! Потрясающе! Только один раз! Это был самый трудный матч в моей жизни! Да ладно! Он победил и в тот же день исчез. Я скучал по нему. И вот встретились здесь. О, встреча легендарных соперников! Это так трогательно! Аарон, я прошу тебя об одной услуге. Пожалуйста,
Проверь способности Блю Уилла. Что? На вид такой слабый. Это правда, Блю Уилл? Какой там матч? Он и моего теста не выдержит. Что-что? Мы все выдержим. Ха! Пока еще никто на свете не выдержал моего испытания. А неужели никто? Видишь камни? Пусть Блю Уилл попробует их расколоть. Что? Вы хотите, чтобы мы их раскололи? Для сильных это ерунда. Что, не справишься? О, я уверен, что смогу. Подумаешь. Ну, Блю Уилл, покажи свою силу. Ни единой царапины! Нет. Еще раз. Блю Уилл, как ты? Что можно сделать с такой силой? Настоящая сила вот какая! Разбил с одного раза. Такой силы я еще не видел. Блю Уилл не расколет и маленький камешек. Если намерен так играть, лучше сразу сдавайся. Но это слишком тяжелый тест. Ха, тяжелый? Когда мы были бойцами, такой тест считался легким. Ха-ха-ха-ха. Да, у нас были серьезные тренировки. Кстати, а кто из вас сильнее сейчас? Очень интересно. Ну, конечно, я! Что? Ты считаешь, что ты сильнее? Да, конечно. Ты разве не знал? Это все слова. А вы докажите. Ха! Ладно! Какой запах! Я не знала, что есть такой запах! Эй, не стой! Начинай! Что? Я должен здесь пройти, но я не смогу. Что? Не сможешь? Тогда ступай домой! Ладно, я попробую. Последний страж. Такой огонь! Блю Уилл расплавится, едва коснется. Решай, наконец, сделаешь или нет? Сделаю! Блю Уилл, давай сосредоточимся. Так, смелее, давай вперед. Блю Уилл! Боится. Еще раз. Блю Уилл, ну, пожалуйста. Постарайся, ну же. Он не сможет. Этот тест не для нас. Не хнычь. При таком настрое все без толку. Но он просто расплавится там. Вы этого хотите?
Проблема не в нем. Проблема в тебе. Ты сам не веришь в Блюила, поэтому он и боится. Что? Я не верю в Блюила? Ты сомневаешься, что Блюил это сделает. Если так, ты никогда не одолеешь мой тест. Я не верю в Блюила? Как это понимать? Я всегда верил в него. Ты же можешь пострадать, Блюил. Неужели сможешь? Блюил не преодолеет такой огонь. Это невозможно. Проблема не в нем. Проблема в тебе. Ты сам не веришь в Блюила, поэтому он и боится. Постой. Сам посуди. Если ты считаешь, что это невозможно, все бесполезно. О! Да, у Блюила уже огромный потенциал. Проблема во мне, как сказал Аарон. Блюил, давай еще раз. Теперь мы точно это сделаем. Ты сможешь. Я верю в тебя. Верь в меня, как я верю в тебя. Я знаю, что ты преодолеешь этот огонь. Что ж, на этот раз покажи, на что ты способен. Давай! Ну, Блюил, вперед! Только вперед! Есть! Мы это сделали, Блюил! Ха-ха-ха-ха! Молодец, Блюил! Блюил, ты знаешь, что я в тебя верю. На этот раз у нас получится. Блюил, милый, постарайся. Давай! Ну, Блюил, расколем эти камешки. Вперед! Я же говорил! Блюил, спасибо, что веришь в меня. Теперь ясно, что у Блюила огромный потенциал. Джина, молодец. Ты это сделал, Джина! Так держать, Блюил! Молодец! Теперь ты достоин провести матч с Хераком! Что ж, хорошо. Я выиграю у Херака и получу мастер-ключ. Ха-ха-ха-ха! Уверен в победе, потому что разбил камешек? Сейчас я тебя проучу! Вперед! За безопасность Херака не ручаюсь. Пушка! Огонь! Ха! Одной уверенностью Херака не возьмешь. Огненный вихрь! А, откуда столько энергии? Малыш, я спокоен, а ты нервничаешь. Тогда будем заканчивать! Это
Эта игра опасна. Синий бустер, пуск! Так, теперь сбоку. Молния, атакуем! Херак неуязвим! Твои атаки – ничто! Сила вулкана – огонь! О нет! Блюилл может не выдержать! Силы Блюилла не хватит, чтобы остановить Херака. Что же делать? Послушайте, у Блюилла мощный потенциал. Только Джино может его выявить. Пусть действует. Что делать? Должен быть выход! Ха-ха-ха! Это все, чем вы располагаете? Тогда я вас прикончу! Мы пропали, если не используем потенциал Блюилла. Его силу. Неужели это предел? Нет. У нас все есть. Я знаю, что смелость помогает преодолевать страх. Я больше не трус. Любовь объединяет сердца и преодолевает преграды. Мастер-ключ храбрости, мастер-ключ любви, мастер-ключ силы. Эта сила с самого начала была едина. Да, точно. Вот почему мне были нужны все три ключа. Все это время ключ к истинной силе крылся в нашем разуме. Ха-ха-ха! Наконец-то разобрался. Только поздновато. Я сокрушу тебя! Что? О, нет! Это исключено! Херак слишком силен! Тогда получай! Ха! О, Аарон хочет использовать монету силы! Монета силы! Вот так! Горилла Кинг! Вперед! Блюилл, ты можешь! Ты выдержал мою атаку? Наш черед! Монета силы! Есть! Синий дракон! Ай, я проиграл этому сопляку! Ура! Он победил! Это было здорово! Ты превзошел все ожидания! Блюилл это сделал! Одолел Херака! Молодец! Это никому не удавалось! Превосходно! Вот! Тот самый мастер-ключ силы! Спасибо, Аарон! Вот! Теперь у меня все три ключа! Блюилл! Мы это сделали! Джина, может, отпразднуем это? Хорошо. Пицца за мой счет! Дружба против любви.
Рой, спокойной ночи. Что со мной? Вижу ее каждый день и все равно думаю о ней. Watch Car – шесть наиболее популярных игроков боевой лиги. Эти шесть игроков будут выбраны после подсчета голосов болельщиков. Первое место достанется... Не тебе. А... Я могу занять первое место. У Кая наибольшее число поклонников, а? Поэтому выиграет он. Рой, ты тоже популярен. Думаю, ты тоже мог бы занять первое место. Я? Ты нет. Знаешь что? Тебе повезет, Джина, если ты попадешь в эту шестерку. И ты, Мару, говоришь такое? Джина, успокойся. Я уже проголосовал за тебя. Мак, какой ты хороший. А я за Роя. Мы решили, что все должно быть по справедливости. Привет. За кого проголосовала? За меня? А, что? А, да, чуть не забыла. Да, точно. За кого проголосовать? Конечно, за меня. Да, да, да. Как сложно. Кого выбрать? Джину или Роя? Джино! За Джино! А, да! За меня! Ари, ты молодец! Рой, ты и так популярен. Мы поможем Джино. Что ж, мне все равно, кого ты выбрала. А? Эй, не хмурься! Я-то за тебя! Ну и что? Все это глупости. Что это с ним? Я проголосовал за него. Зачем расстраиваться? Ну, проголосовала за Джина. Что с того? Рой! Ари... Что со мной? Что с головой? Я знаю, что неравнодушен к Ари. Сказать ей об этом и все прекратить. Но что я скажу? Ари... Я люблю... Нет! Нет, только не это! Давай встретимся. Нет, это плохо. Ари, я к тебе неравнодушен. А как ты относишься ко мне? Ари может подумать, что я странный. Рой, чем занимаешься? Посла! Ну, что с тобой? Теперь мне конец! Ой, Рой! Рой! А? Кто это? Это Рой? Почему? Я ему нравлюсь? Нет, он шутит. Это не сон. Он не стал бы так шутить. Тогда почему он так пошутил? Я ему нравлюсь? Он имел в виду другое. Рой, я? Как вдруг? Почему? Нет, это недоразумение. Нет, что мне делать?
Осталась минута, но ситуация по-прежнему не ясна. Всё вот-вот кончится. Кто же эти 6 участников, которые попадут в финал? Остались секунды. Ну, болельщики, пожалуйста! Пожалуйста! Пожалуйста, я очень хочу быть в финале! Голосование закончилось! Вот 6 игроков, которые будут участвовать в финальных матчах! Что ж, поздравляю! Ура! Я это сделал! Ха-ха-ха-ха! Я знал, что Джина будет в финале. Я выиграю во что бы то ни стало, вот увидите. Значит, и Джина, и Рой попали в финал. А ты, Рой, доволен? Что с вами? Поссорились? Нет. У меня встреча. Извините меня. Простите, у меня дела. Рой, дверь не там. Да, точно. Да ты вообще понимаешь, кто послал это сообщение? Рой. Кто? Рой? Да, вот так, ни с того, ни с сего. О, мне не по себе. Я не знаю. Не знаю, что мне делать. Знаешь, а ты поговори с ним. Честно. Скажи Рою о своих чувствах. О своих чувствах? А я не знаю, какие у меня к нему чувства. В конце концов, узнаешь. Я была такой же. Когда Макс сказал мне о своих чувствах, я ему отказала. Правда? Да. Он был тогда немного робкий, но настойчивый. Признавался в любви каждый день. Потом, когда его не было рядом, я начала скучать по нему. Мне не хватало его. Я поняла, что Мак мне нравится. Ты должна успокоиться и вести себя с Роем, как обычно. Да, правда, Мэй. Ты исправила мне настроение. Мне стало гораздо лучше. Да, Рой, конечно, тоже переживает. О, привет. Тебя что-то тревожит. Может, расскажешь, в чем дело? Поэтому я не могу ее видеть. Не знаю, что мне делать. Рой, позволь мне рассказать свою историю. Когда я впервые встретил Мэй, я сразу в нее влюбился. Она была такая красивая. Каждый день я просил ее о свидании. Я дарил ей цветы, подарки, но Мэй отвергала меня. Я даже попытался рассмешить ее, но ей это не понравилось. Тогда я решил просто ждать. Я надеялся, что когда-нибудь мое чувство тронет ее. Каждый день я сидел у ее дома. Время шло и шло, и, наконец, Мэй оценила мою преданность. Она сказала мне «да». Мы начали встречаться, а потом поженились. Ари наверняка смущена и не знает, как ей поступить. Долгое время вы были просто друзьями, а перемены требуют времени. Мне нужно было подождать. Я поторопился, к сожалению. Рой, любви нечего стыдиться. Наберись терпения. Если будешь вести себя увереннее, Ари это оценит. Да? Правда? Да, нужно терпение. Терпение! Еще мужчине нужна огненная страсть. И он должен бороться до конца! Хорошо, Мак. О,
Какое совпадение! Вы оба здесь! Да, потрясающее совпадение! Послушай, Мак, мы ведь собирались сегодня поужинать? О, да, вроде и нет. Забыл! Собирались! Да, вспомнил, ребята, мы пошли! Подождите! Привет, я хотела сказать... Нет, я собиралась перекусить. Ой. Да, я уже поел. Озвучено по заказу CLS Media в 2017 году.